что же, вот я и покидаю эти прекрасные места. Я видел звезды и спал в гамаке. Вот так вот. А сейчас я направляюсь быстренько вниз. Осталось меньше часа до отправления моего поезда. Поезда в Белорецк. Идем мы как раз той тропой, о которой я говорил. Поляна будет. Если правильно выходить в камни, то спуск будет занимать гораздо меньше времени, чем идти по курумнику по той стороне. Одно но, тропинка здесь не протоптанная, поэтому немножко побеляем. Пару слов о том, чтобы все успеть делать это заранее. В итоге я спустился не по этой дороге. Оказался мой кратчайший путь оказался наидлиннейшим по времени, потому что там тропинка непротоптанная. Я бежал. И вот прямо из-под носа у меня поезд уезжает. Две минуты я бы успел. Вон там станция Айгир, а вот там вот приют Айгир. И за 100 рублей можно отдохнуть около 4 часов, попить чай, кофе, зарядить батарейки. За 400 рублей тут можно заночевать даже. Небольшая деревня. Общий зал, где можно отдохнуть. Я свои вещи, как видите, раскинул уже, тут подзарядил почти все гаджеты. Телевизор. Кухня, где можно покушать. И санузлы с душем. Вот карта, вот где мы находимся, вот скалы, вот станция Айгир, вот скалы Айгиры. А мы пойдем сюда, пик Уфа. Лагерь остается позади, а мы идем на вершину Уфа. Вроде бы нашел нужную дорогу. Такое ощущение, как будто бы я иду по лесам Индонезии. Такой же душный лес, мокрая земля под ногами, у меня сейчас обувь хлюпает. И, как ни странно, я переоделся в футболку индонезийскую. Гусеница заворачивается в кокон, видимо, и будет потом бабочкой. Вот впереди, если вы видите, камни проглядывают. Это значит, что я уже у подножья. Нашел среди многих троп нужную. Она помечена синим маркером. А вон там вот, видите, вдалеке гора, напротив нее зубчатки Айгира. А вот это вдалеке, это Ямантау. Вот она вершина, самая высокая в этих местах. Здесь настолько круто, что невозможно этим не делиться. Я запутался. Тихо. Это паучок. Через реки и болото добрался до горы Уфа. 919 метров, 90 сантиметров. Вот знакомое очертание Караташа. В принципе, до этой горы можно подняться как со станции Айгир пешком 6 километров, либо с Караташа 4 километра идти вдоль хребта. Так, как-то так.